Його називають Міні Тайсоном. Манерою ведення поєдинку він дуже нагадує цього іменитого боксера. Цікаво, що колись саме скандально відомий чемпіон був кумиром нашого героя. Тепер він сам став кумиром для багатьох прихильників боксу. Раніше у професійному боксерському світі балом правили американці. Тепер пальма першості перейшла до європейців. Лише в Україні мешкають володарі 4 чемпіонських поясів. Серед них і чемпіон світу за версією WBA у ваговій категорії до 53,5 кілограмів Володимир Сидоренко. У 76-му році у містечку Атомщиків Енергодарі народилися брати Сидоренки. Спочатку на світ з'явився Володимир, а через 20 хвилин – і Валерій. Їх дитинство пройшло у залі боротьби, де працював тренером батько. І перші спортивні кроки робилися, звісно, на татамі. Але серед однокласників почалося масове захоплення боксом. І Володя та Валера разом з друзями пішли до боксерської секції. І одразу ж почали перемагати. Незважаючи на те, що підібрати рівноцінну пару маленьким братам було важко, і часто їм доводилося мірятися силами з міцнішими суперниками. А про те, щоб боксувати один з одним, і мови не було. У ринг один проти одного вони виходили хіба що на тренуваннях. А на змаганнях завжди виступали у різних вагових категоріях. В общем-то, первый успех был в тот год, когда я записался в секцию с братом. Это 1988 год. Выступление на первенстве города. И я, и брат завоевал первое место. И мы были еще, в принципе, у тренера, наверное, любимчиками. Вот. Как бы два брата-близнеца там, делали успехи такие. Ну, в общем-то, это толкнуло нас на мысль, что все-таки бокс это будет серьезнее, чем просто увлечение. Были очень подвижны, очень шустрые, ну, потому что были маленькие. Не было им подобрать пару, было очень тяжело. Перчатки были больше, чем их собственные головы. Когда нам еще, вот только мы пришли на бокс, по-моему, мы весили, если не ошибаюсь, 26 или 24 килограмма. В общем, ну, небольшие были по своему возрасту. В общем, там весовая категория была, к примеру, ну, я так, к примеру, скажу, там 28, а мы там весим 24, к примеру. Ну, то есть, наоборот, надо вес набирать было. Тренер водил в столовую по тарелке борща. Вот так и набирали. Молодцы, очень работоспособные. Никогда они не были, как это говорится у нас в боксе, с очками. Никогда не пропускали тренировки. Мы постоянно как бы отрабатывали вместе там удары, комбинации, серии. То есть мы не, с ним не соревновались как соперники. То есть мы действительно как друзья, как братья с ним помогали друг другу. Там, если кто-то там ошибался там, или что-то надо было там подсказать, это все было как бы сразу сказано и сразу сделано. Вдвоем было легче готовиться. Никто другой так не подскажет там твои ошибки, как брат. И поэтому как бы было вдвойне приятнее там потренироваться с братом. Вот. Ну, мы, естественно, не дрались, но друг другу очень помогали в этом. Вообще-то, как бы, тяжело с ним как бы боксировать, но мы нельзя назвать, что мы боксировали. Как бы не доходило до такого прям серьезного боя, поэтому, в общем-то. Наоборот, даже психологически он поддерживал меня в тренировке, в спаррингах. А психологически тяжело было, наверное, в боях, когда мы выступали на соревнованиях и приходилось друг за друга болеть, переживать. То есть это довольно-таки сложно. Ну, Володя, он более такой, более эмоциональный такой. Вот.
более эмоциональный. Он и в спорте такой был. Вот. Даже вспомнить по боям так, немножко вот так тронут он все. Там. Хотя можно было поспокойнее, он взрывается, там, может наделать ошибок, но вот эти эмоции у него побольше так присутствуют. Ну, сейчас, в принципе, так смотрю по боям уже более спокойно. Можливо, такий емоційний вибуховий характер і сприяв тому, що саме до Володимира повернулася обличчям боксерська фортуна. А більш спокійний Валерій в якийсь момент зрозумів, що його покликання в іншому. Їх останніми спільними змаганнями стали Олімпійські ігри в Сіднеї. Обом пророкували успіх, і обох чекало певне розчарування. П'яте місце у Валерія і третє у Володимира. Ну, естественно, конечно, незабываемые это Олимпийские игры в Сиднее. Это просто побывать на Олимпиаде, это уже как бы достижение в жизни, я считаю. Вот, пережить все это, там, пожить в деревне, пообщаться со спортсменами, ну не только там с боксерами были, но и все виды спорта, все звезды, скажем так. Вот. Все первые номера сборной Украины. Побывать в этой атмосфере, ну еще привезти медаль, в общем, это было для меня здорово. Естественно, Олимпиада это уже была как бы высшая цель. Вот, и, естественно, надеялись на большие результаты. Вот, но, как показала Олимпиада, то это еще не только спорт, а и политика. Потому что как бы спорные такие поражения были. Вот, надеялись на большее. Потому что готовились, там отдавали все силы. Вот. Ну, я думаю, что можно было показать и выше результат. Мне прогнозировали там первое место, потому что я, в принципе, со всеми соперниками перебоксировал. Может быть, и я где-то неправильно настроился. Я настраивался уже вот на финал, а получается в полуфинале проиграл тайландцу. Ну, однозначно тоже не могу сказать. В принципе, да, естественно, был успех. Как бы когда он, это получается, он боксировал с поляком за эту медаль. Он выиграл там, досрочно, по-моему, остановили бой. Вот, это уже была медаль. Радости было столько в глазах, счастья. Вот. Вот. Ну, а дальше уже надеялся, конечно, на большее, там, что пройдет он до финала. Там. Вот, ну, был, естественно, успех. Медаль все-таки на Олимпиаде – это успех. Я думаю, это было 50 на 50. 50 удовлетворения, 50 разочарования. Все-таки он делали ставки на них в сборной, на него и на брата большие. И он надеялся на первое место, и он готов был к первому месту. И, в принципе, он уже в душе завоевал первое место. Но тут не удалось, было разочарование, даже не легкое, а разочарование было хорошее. Ну ничего, потихоньку все пережили, начал тренироваться, все заново. После Олимпийских игр брат закончил карьеру боксерскую. Я остался еще на год в любителях и в 2001 году ушел профессионалом. Володимир мріяв про ще одну любительську медаль. На чемпіонат світу 2001-го він їхав тільки за золотом. Але судді знову продемонстрували, хто грає першу скрипку в любительському боксі, віддавши у фіналі перемогу слабшому супернику. Це розчарування стало для Володі останньою краплею. Початком наступного етапу його спортивної кар'єри було підписання контракту з клубом Universum Box Promotion та підготовка до першого професійного поєдинку. От тільки поруч вже не було брата, який залишив спорт. Хоча дехто і досі не впевнений, хто з братів Сидоренків на рингу, а хто поза ним. Если долго там со мной общаться или там с братом, то, в принципе, начинаешь отличать по повадкам, там, даже по голосу, в принципе. Хотя голоса у нас тоже похожи. Очень тяжело их было маленьких вообще отличать. Многие очень близкие друзья только могли их отличать. А так были абсолютно одинаковые. Если сказать, что в жизни помогает, не помогает, то помогает.
А он говорит, и учились там немножко, там помогал вас при учебе, там, но больше Володи, чем мне. Потому что он как бы больше отсутствовал. Я больше за него учился. Скажем, когда я поступил в университет, я там уезжал часто на соревнования, чаще, чем он, наверное. Он помогал там мне где-то, друг за друга сдавали. Там, ну, то есть такое, такие моменты всякие были интересные. Вы знаете, наверное, духа соперничества никогда не было. Была очень большая у них взаимопонимание, взаимовыручка такое. Когда всегда действительно, как говорится, брат за брата. Связь какая-то действительно существует. Я так не могу сказать, что я как-то ощущаю. Естественно, скучаешь, да, что брата не видишь, особенно когда он приезжает, мы там чуть ли не все время проводим, там жены обижаются. И днем, и ночью там сидим, общаемся там только так. Скучают, скучают. Они, наверное, привыкли быть вместе, поддерживать друг дружку. А так жизнь разбросала по разным городам, у всех семьи свои заботы, свои проблемы уже. Но они постоянно созваниваются, поддерживают. Какие бы у друг друга проблемы не было, они всегда друг дружке звонят в первую очередь. И это очень для них важно, поддерживают друг друга. Не проблема, скажем, друг другу помочь там в чем-то где-то, допустим. Нас, ну, сложно отличить, если кто не знает. Мы можем... По большому счету, я ему дам свой паспорт, он может вместо меня поехать куда угодно. Ну, так же и я. Ну, я вам хочу сказать, были смешные истории, конечно, когда... Вот сейчас, будучи профессионалом, когда Вова боксировал в Германии, прилетел туда Валера. А у них один из тренеров есть поляк, очень веселый там тренер поляк. Ну, прилетел туда, Валера сидит в баре, пьет пиво, за полчаса до выхода Володи на бой. И заходят соперника, тренера, и видят, что сидит их соперник и пьет пиво. И они в шоке, у поляка спрашивают, а почему, как это он так делал? Он говорит, да не переживайте, сейчас он тут попьет пиво еще, а потом выйдет на бой и выиграет у вашего соперника. Они были очень удивлены, поражены, когда через полчаса вышел Володя и выиграл у их соперника. Был чемпионат Европы в 98 году, ну, еще полюбителем в Минске, в Белоруссии. И я не боксировал, у меня была травма, я поехал просто смотреть. Володя там боксировал, дошел до финала успешно. И в финале у него был бой с россиянином. Там чемпион мира, хороший россиянин, такой неплохой. Вот. А перед финалами там за день, как бы спортивная дискотека там есть в Минске, там и банкет у них был. И у меня, они не знали, что я приеду, так россияне смотрят всю ночь, парнишка как бы на дискотеке там. Развлекается, в общем, в бильярд играет, там, боулинг. Там. Вот она утро же боксировать думает, как же он так это. А потом, ну, вышел после боя, Володя выиграл, там хорошо, так говорят, ну, хохлы, обдурили. То есть, в принципе, настроили парнишку немножко не так. Брат-близнец, они одно целое. Разве что живут сейчас в разных городах, а так, мне кажется, самый близкий человек, который может быть у Володи, брат. Конечно, хорошие, очень хорошие, близкие. У него семья тоже, мы дружим с семьей. Их бинарса. Чем? Энергодар, Севастополь, привет. Родители, жены. Вова, Ира, привет всем. Коли Володимир став професійним боксером, то мріяв хоча б про пояс чемпіона Європи. А вийшло так, що вже через 3,5 роки став чемпіоном світу. Готуватися до поєдинків нелегко, але чемпіонський титул вартий усіх труднощів і страждань. Приходиться перемагати боль і, скажем, якщо там болять руки, все одно нужно їх держати, нужно бити, нужно двигатися. Ну, конечно, это все как бы нарабатывается на тренировках. Вот, мы там проходим на тренировках по 20 раундов, по 30. Бегаем тоже немерено, немеренное количество километров, поэтому, наверное, все самое тяжелое, все самое, это действительно на тренировках. Тренировки ежедневные, два раза в день, диета определенная, хорошее питание, это залог, немалый залог успеха. Надо меньше нервничать, меньше обращать внимание на какие-то бытовые проблемы, больше уходить в себя, настраиваться на бой. Но Вова в этом плане не капризный. Призвичаєтесь до ритму життя спортсмена досить важко. Тим більше, коли ще живеш в іншому місті. Але Наталя змогла. Якщо по-справжньому кохаєш, відстань не перешкода.
Звісно, спочатку були сльози при кожному розлученні. І єдина мрія – про часи, коли можна буде завжди бути разом. Тепер вона звикла і згадує перші відчуття з посмішкою. Зараз Володя частіше буває вдома. Та й коли їде до Німеччини готуватися до бою, не заперечує, щоб і там Наталя була поруч. На відміну від багатьох спортсменів, йому присутність коханої дружини аж ніяк не заважає. Слідський зразок тортику тягнуться, так? Піші! Нам сладка не за що. Нельзя сладка. Сладка можна тільки банан, яблочки, так? Да? В 1999 году приехал сюда к друзьям в Севастополь, к боксерам. В общем-то, можно сказать, случайно познакомились. Сестра встречалась с мальчиком, тоже боксер. И в одной компании были, познакомились и сразу как-то нашли общий язык. Рассказывал, да, что девочке там понравилось там. Ну, они долго встречались же, поэтому вроде как, смотрю, неплохая девочка, там все там слаживается нормально. Ну, сильно там не распространялся там, в чувствах. Где-то, наверное, через недельку, что я понял, что это мое. Ну, вот так. Конкретно, скажем, влюбился. И уже запланировал, что все-таки это мой человек, которым я буду всю жизнь жить. Честно говоря, то же самое. Вот почувствовала, что просто человек мой, вот по жизни мой, во-первых, он очень порядочный, очень. Для меня это самое главное. Ответственный, добрый, безумно добрый. Вот это такие три качества, которые для меня очень основополагающие для семьи. То есть сразу себя зарекомендовал. Как говорит мой один друг Западной Украины, кохання – це таке почуття. Несмотря на большое расстояние, которое нас разделяло, он приезжал каждые выходные, в пятницу и до воскресенья, и опять домой, в пятницу и до воскресенья, и так каждую неделю. То есть это уже мне о многом говорило на первых месяцах встречания, что человек ради меня ездит, проводит все свое свободное время со мной. Так завоевывал. Ну, а потом уже где-то через какое-то время понял, что надо переезжать, то есть или ей ко мне, или мне сюда. Но мне понравился город, вот, понравился вообще Крым, сам Севастополь, и я решил переехать туда сам. Мы об этом стали разговаривать, о планах на будущее, и как-то так появился момент, ему предложили уезжать в Германию, и мы как быстренько подумали, а не расписаться бы нам. Расписались буквально за пару дней и улетели, вот так. Такой романтики не было, чтобы он пришел, предложение сделал. Нет, все достаточно проще. Вот так получилось. И решили вместо свадьбы поехать в Париж. Отдохнули вдвоем хорошо. То есть это больше нам запомнилось, чем нежели свадьбу, мы так посчитали. У Наталі Володя дійсно знайшов рідну душу. І вперше зрозумів, що таке спілкувати з людиною, яка має поруч свою копію. Здавалося б, у звичайному житті так не буває. Тим не менше, Наталя також має сестру-двійняшку. Брати Сидоренки часто жартували з друзів, використовуючи свою абсолютну схожість. Коли ж Володя став зустрічатись з Наталкою, тут вже було не до сміху. Як розібратись, з ким ти говориш по телефону, якщо голоси практично однакові? І зовні наш герой бувало спершу плутав Наталю з Тетяною. Та й сама Наталя певний час вчилася розрізняти братів. Але з часом розібралися. Набагато важче маленькій Софійці, у якої батьки і хрещені абсолютно однакові. Хрещений Валерій, як дві краплі води, схожий на татка. А хрещена Тетяна – копія мама. Получается, что я рождение дочки тоже пропустил, как раз готовился к поединку и боксировал как бы в это время, и жена родила. Сколько счастья было в голосе, когда это ж родилась, она звонит, родилась Софийка. Такой довольный был. Обзванивал всех, просто всех звонит, все там поздравляют его. Все никак не дождался, когда прилетит.
Я вот там после боя, когда выиграл бой, потом прилетел в Киев, там у него там его встречали, там интервью, он там почти от всех интервью отказывается, быстрее домой хочет. В общем, папаша, стал папаша. Ей уже было недели 3, почти месяц. Мы его ждали, мы дома вместе. Все были я, родители. Всем интересно было посмотреть на Вовину реакцию. И Володя заходит. Ну, так сначала ее не заметил, со всеми поздоровался. А потом, конечно, я ему говорю, ну, а теперь смотри на дочку, знакомьтесь. Они познакомились. Он, конечно, так проследился. Сразу как-то, конечно, непривычно все так. Вот. Это сейчас уже так все просто так. Раньше, ну, вот как такое маленькое, как взять, чтобы ничего не поломать, ну так опасался. Ну, сейчас уже привык нормально. Кажуть, що дівчинка обов'язково буде щасливою, якщо вона схожа на батька. Софійка – Володіна копія. Міні Вова, жартують німецькі друзі Володимира. Наталя завжди намагалася позбавити чоловіка домашніх клопотів, адже у нього і так вистачає навантажень. Але коли справа стосується маленької Софійки, Володя сам біжить на допомогу. Переодягти, нагодувати або просто погратися з донечкою – це завжди залюбки. Для нас очень это очень желанный ребенок, очень долгожданный. То есть, ну так, начали потихонечку привыкать к мысли о том, что у него есть малышка. Ну, а теперь не мыслим своей жизни без нее. В общем-то, можно сказать, что такая крепенькая, сильная. Бывает, за ручки так схватит, чувствуется сила. Вот. Ну и такая тоже на месте не сидит. Ох, хоть и маленькая, то уже такое исполняет такие акробатические упражнения. Вот. Я думаю, такой будет развитый ребенок. Хороший папа у нас. Очень ответственный. Очень помогает. Он с ней очень находит общий язык вообще. Молодец. Так, малышка ему доверяет. Хорошие отношения у них. Она с ним играет. Умеет обращаться с детьми, чувствует его. То есть папа у нас отменный. Бути справжнім батьком Володимир вчиться у брата. Валерій – батько зі стажем. Має вже дорослого 8-річного сина. А от Валерія лише на місяць старша від Софійки. Цікаво, що обидві дівчинки – копії своїх татусів. І при цьому зовсім не схожі одна на одну. Вони на різних етапах життя різні. Тобто, раніше мені казалось, що Володя более несерьезный, Валера более серьезный. Сейчас, мне кажется, Валера более несерьезный, а Володя такой семейный, спокойный. Хотя мы, когда общаемся с Валериной женой, она говорит все совсем наоборот. Брати не дочекаються, коли Софійка і Валерія підростуть і познайомляться. Літо вони обов'язково проводитимуть разом на березі моря у дідуся і бабусі. А старший брат оберігатиме і захищатиме улюблених сестричок. Мене папа привів, щоб я тут навчився, ну, щоб я став боксером, як ну, папа і крестний, як мій. Мій крестний – чемпіон світу по боксу Ламіна Сидоренко. Колись у цьому залі підростав майбутній чемпіон Володимир Сидоренко. Цілком можливо, що через 20 років це ім'я лунатиме на найпрестижніших боксерських аренах. Адже в Енергодарі знову тренується Володимир Сидоренко – молодший. Свого сина Валерій назвав на честь брата. З такими татками, рідним і хрещеним, у маленького Володі є всі шанси здійснити свою мрію. Щоб стати великим боксером. Чемпіоном міра. Кубки всякі можна зарабатувати там. Все.
В общем, на этой стенке расположен мой музей. Музей всей моей карьеры, можно сказать, всех достижений. Вот нижняя полочка – это любительские медали, ордена от президента, от министра обороны. Последняя моя медаль с любителей – Белфасте чемпионата мира. Вот много всяких медалей чемпионата мира по военнослужащим, с чемпионата Европы золото. Это мой первый пояс, который я заработал в профессионалах. И вверху – это основной пояс, пояс чемпиона мира, который отобрал у мексиканца Хулио Зарате. Сильный боксер, такой непростой, сложный. В общем-то, тяжелый бой пришелся, но я очень хорошо подготовился и забрал у него этот пояс. Я завоевал в прошлом году и уже 3 раза его защитил. Кортик фамильный. Там он подписан рядовому Сидоренко, это министр обороны. Перчатки с боев, в этих я боксировал, становился чемпионом мира, защищал пояс. И, ну, в принципе, ко всем соперникам привыкаешь и стараешься их разузнать еще до боя. В процессе подготовки есть люди в клубе, которые специально находят кассеты с боями соперников, и ты уже смотришь по этим кассетам, находишь слабые стороны, сильные стороны, и под этих соперников тебе подбирают спарринг-партнера. В общем-то, в принципе, если соперники неудобны, ты должен это как бы перебороть и выйти уже и настраиваться на него, чтобы все было удобно, и все серии проходили. Здавалося б, активне спортивне життя має урівноважуватись якимось спокійним хобі. Але це не для Володимира. Енергійний характер вимагає пригод і нових гострих відчуттів. Коли він вдома, вихід емоціям забезпечує полювання. Володимир вже став заправським мисливцем. Чудово орієнтується на місцевості, незамінний у загонах і справжній фанат свого захоплення. На охоту. Я так думаю, если бы ему позволили ходить каждый день, я бы, наверное, каждый день ходил. Вот, ну, первое – это азарт, естественно, как бы спортивный интерес, я думаю. Вот. Все спортивные люди, они азартные. То есть ты привык добиваться цели какой-то. Вот, и он, естественно, идет на охоту, заряжает себе эти патрончики, там патронтаж вставляет. Естественно, там мыслит, что вот… Сейчас я пойду там настреляю там дичи там или. На ринге хватает адреналина. А как раз, можно сказать, охота приходится на тот момент, когда я не выступаю, скажем, когда я отдыхаю, и как раз вот в этот момент понимаю, что где-то не хватает чего-нибудь такого экстрима. По крайней мере, первые разы, когда ходил, так, мог прийти без добычи, мог с добычей, но сейчас постоянно что-то приносит. Счастливый, для него это очень важно. Ну, мне, в принципе, он перепелок на всю зиму, наверное, запас. Морозилки, и мясо косули, и фазан, в общем, как дикий голубь. В общем, многое запасаем на зиму. Ну, мало ли, вдруг будут плохие времена. Вот. А мясо есть. Его життя – это постоянный рух. У пошуку себе – нових вершин, почуттів та емоцій. Куди б він не приїжджав, обов'язково знаходив щось рідне і близьке. Володимир у будь-яку хвилину готовий зірватися з місця. Сьогодні він в Севастополі, завтра в Енергодарі, післязавтра в Гамбурзі чи Києві. Дорога – це можливість побути наодинці з собою, обдумати нові плани та просто помріяти. О сыне мы мечтаем, и Володя тоже ждал сына. И у нас вообще много интересных историй связано с тем, как я ходила беременна. Он постоянно настаивал на том, что я жду мальчика, и не мог смириться. Мне говорили на УЗИ несколько раз, что девочка, но Володя все настаивал, что нет, там все-таки мальчик. Он не мог поверить, что это может быть девочка. Но тем не менее родилась девочка, и Володя ждет мальчика. И мы так планируем, может, еще пару лет, и Софийке братик появится. В принципе, наверное, мечта еще построить дом свой. Наверное, еще воспитать сына. Потому что мы с женой, в принципе, думаем, что через пару лет где-то можно будет еще одного ребенка. В общем-то, неплохо было бы сына еще воспитать. Про завершення боксерської кар'єри Володимир ще не думає.
Роботи вистачає і у перерві між поєдинками. Ювелірний бізнес, Олімпійська спілка боксерів, організація боксерських турнірів. Мрій і нових проєктів достатньо і у сімейному житті, і в роботі. Головне, як у спорті, упевнено йти вперед. Болію за вас.